Стройной колонной по центральному проспекту города шагают коммунисты. Сегодня для них особый праздник – годовщина Октябрьской социалистической революции. По сути, одна из решающих дат в истории коммунистической партии. Ни дождь, ни даже городская администрация не помешали партийцам провести торжественный митинг на площади революции. В последнее время, признаются коммунисты, с административным барьером сражаться становится все труднее. Казалось бы, несмотря на то, что мы используем явно патриотическую риторику и выступаем в поддержку России и, скажем, нынешней внешней политики России, несмотря на это, администрация умудряется постоянно нам мешать. Вот в этот раз администрация очень долго согласовывала, долго и нудно согласовывала нам мероприятие, причем совершенно непонятно зачем. Для нас праздник был принципиальный, поэтому мы настояли. Народу на торжественный митинг, несмотря на дождь, собралось немало. Правда, теперь под знаменами КПРФ идет все меньше молодежи. Однако партийцы считают, ситуация в стране такая, что списывать Компартию со счетов рано. Сейчас история повторяется. Сейчас вообще-то события, которые происходят, они напоминают те предреволюционные события, как раз именно период между февральской и октябрьской революцией. Сейчас, вот в предстоящий 15-й год произойдут в России очень большие события. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.